Потому что самый дорогой подарок для всех артистов – это признание и любовь зрителей. И сейчас я хочу, чтобы эти аплодисменты прозвучали для нашего земляка Анатолия Дмитриевича Папанова. Для торжественного открытия и приветствия участников фестиваля на сцену приглашаются глава муниципального образования Вяземский район Смоленской области Инна Васильевна Демидова и член Союза театральных деятелей, член Союза кинематографистов, актриса театра и кино, писательница Елена Анатольевна Папанова. Приветствовать всех в этом великом зале на открытие нашего традиционного международного театрального фестиваля имени Анатолия Дмитриевича Папанова, который проходит уже в нашем городе 9-й раз. Анатолий Дмитриевич Папанов – народный артист Советского Союза, выдающийся актер, педагог, режиссер, фронтовик, наш земляк. Его комедийные и драматические роли стали давно уже эталоном и частью культурного золотого фонда. Мы гордимся и любим его. Вы знаете, о таких людях говорят, что о них не вспоминают по поводу, о них не забывают никогда. И мы не забываем об этом выдающемся человеке, человеке невероятного дарования, обаяния и скромности Анатолия Дмитриевича Папанова. 31 октября ему исполнилось бы 100 лет. И 10 лет назад, 31 октября 2012 года, в нашем городе был открыт первый и единственный в России памятник этому актеру.
И вот именно тогда, 10 лет назад, Селяна Анатольевна Папанова решили, что мы будем проводить ежегодный открытый театральный фестиваль имени Папанова, куда мы будем приглашать все театральные коллективы и нашей Смоленской области, и других городов. И за эти 10 лет, я могу вам сказать, более 90 театральных коллективов приезжали, показывали свои спектакли. Наш традиционный фестиваль будет проходить 3 дня. Программа фестиваля очень насыщенная. К нам приехали театральные коллективы из Гагарина, Рославля, из Нарофоминска. Будут представлены спектакли из города Орши. Естественно, наши, конечно, вяземские театральные коллективы будут представлять свои работы. Уважаемые вязьмичи, вот я сегодня на сцене хотела выразить... Лена Анатольевна, подойдите, пожалуйста, сюда поближе. Хочу сказать вот огромное спасибо этому человеку, Лене Анатольевне Папановой, с которой мы вот 10 лет мы вместе. Сказать огромное спасибо за то, что она вот помогает нам. И не только когда она приезжает каждый год и принимает участие и все 3 дня на фестивале, она бессменный председатель жюри, который находится, она приезжает и дает мастер-классы, она приезжает со спектаклями, она привозит какие-то интересные вещи. Я знаю, что в этот раз она привезла в наш музей вещи из семейного архива, посвященные Анатолию Дмитриевичу Папанову. Это человек, наверное, благодаря которому вот этот театральный фестиваль, я уверена, будет жить очень долго. И каждый год мы будем собираться здесь. Огромное вам спасибо. Разрешите вручить цветы вот от всех нас. Это большое спасибо. А всем актерам, всем я хочу сказать спасибо за служение искусства, за вашу преданность своему делу, за ту частичку души, которую вы отдаете нам, зрителям. Ну и всем нам пожелать здоровья и мира. Спасибо большое. Я с удовольствием хочу сказать слово Елене Анатольевне. Спасибо большое, дорогие вязьмичи. Спасибо большое, Вязьма. Спасибо большое, Новосильна, вся администрация города. Спасибо вам большое, что вот мы уже действительно 9-й год проводим этот замечательный, я считаю, фестиваль народных театров. Ну, что я хочу сказать, что, конечно, вот корни, несмотря на то, что папа родился в Вязьме, а вот корни его любви к театру, любви к искусству, они именно родились здесь. Потому что дедушка, его отец служил в Вязьме, его сестра родилась в Нижнем Тагиле, папа родился в Вязьме. Дедушка был театрал по натуре, он обожал театр, обожал искусство, и он был актер-любитель. В Вязьме уже очень давно существует Вяземский народный театр. Дедушка был актером-любителем этого театра. И своих детей, мою тетю Нину, папину старшую сестру и папу, он уже с малых лет приучал к театру. Во-первых, они участвовали в спектаклях, где нужно были дети, они выходили. Они что-то там делали с реквизитом, помогали переставлять мебель на сцене. И вот был один очень забавный случай. Данному спектаклю понадобился гром. И, ну, начало 30-х годов, не было никаких технических оснащений. И дедушка взял тайком от бабушки, у нее просто, как можно, выкрал корыто. И за кулисами поставили корыто. И вот моя тетя и папа, когда нужен был гром, они стояли и колотушками били в это корыто, и создавая эффект грома. Бабушка, когда узнала, что пропало корыто, потому что это было корыто по тем временам, была большая ценность. Во-первых, там стирали белье, там мыли детей. Но вообще корыто, алюминиевое корыто, это было ценно. Бабушка устроила скандал. И она сказала, или ты уходишь из театра, или я с тобой развожусь. И дедушка выбрал семью. Но, несмотря на это, бабушка не затушила в нем любовь к театру. Дедушка свое продолжение видел в моем отце, когда он уже был известный, о нем писали какие-то статьи, он кому-то давал интервью, он собирал буквально все, все вырезки газетные, все журналы. Вот так он гордился своим сыном. И благодаря, конечно,
вот этим материалом, этому архиву, который собрал дедушка, мне удалось написать книгу. В 2009 году она вышла в издательстве «Эксмо», которая называется «Хочу рассказать. Книга об отце». Поэтому я не считаю себя писательницей, это я убираю из своих титров. Я действительно актриса театра и кино, член Союза театральных деятелей, член Союза кинематографистов, но не писательница, потому что писательница для меня это что-то большее. Спасибо большое, что вы мне так сказали, мне это очень приятно, но писательницей я себя не считаю. И вот, значит, вот отсюда из этого города, стал возрастать вот этот маленький росточек папы любви к театру, который уже потом развился, он потом в Москве занимался, в Доме культуры Каучук, такой был Дом культуры, где занимался в театральной студии, потом фронт, и потом после фронта он решил поступать в ГИТИС, на актерский факультет. Вот. Но это началось все с Вязьмы. Поэтому огромное вам спасибо, что в этом городе зародился, можно сказать, талант Анатолия Дмитриевича Папанова. Спасибо за все. Спасибо. Еще разрешите в адрес организационного комитета фестиваля пришла телеграмма, разрешите, я ее зачитаю. Уважаемые Новосильны, уважаемые Вязьмичи, Смоленская земля подарила нашей стране выдающихся деятелей искусства, к которым относится и Анатолий Дмитриевич Папанов. Он был и остается по-настоящему народным артистом. Сколько бы ни прошло лет с момента выхода на экран фильма с его участием, улыбка и смех, печаль и грусть, всю палитру эмоций вызывают герои в исполнении знаменитого уроженца Вязьмы. И поэтому так важно, чтобы театральный фестиваль имени Папанова, проводимый в городе, стал доброй традицией, которая, я уверен, будет только укрепляться и позволит многим творческим талантам раскрыть себя. С уважением, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Иванович Неверов. Дорогие друзья, ну что, 9-й международный фестиваль народных театров я объявляю открытым! Спасибо большое, Новосильна и Елена Анатольевна. Мы под бурные аплодисменты провожаем вас в зал. Но что я вам хочу сказать? Ни один фестиваль, ни один конкурс не проходит без кого? Без жюри. Конечно же, без жюри. Они сегодня к нам ехали. И целых 3 дня фестиваля они будут работать. И сейчас под ваши бурные аплодисменты я хотела бы представить тех людей, от которых зависит судьба наших артистов. Итак, председатель жюри, глава муниципального образования Вяземский район Смоленской области Инна Васильевна Демидова. Сопредседатель жюри, член Союза театральных деятелей, член Союза кинематографистов, актриса театра и кино Елена Анатольевна Папанова. Члены жюри, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Доцент, преподаватель кафедры социально-культурной деятельности, режиссуры театрализованных представлений и актерского искусства Смоленского института искусств Валерий Борисович Мастеров. Он бессмертный член жюри наш. Мы его встречаем уже как родного. Заместитель декана факультета Смоленского института искусств Татьяна Валерьевна Бордеева. Московского академического театра «Сатиры» Татьяна Евгеньевна Титова. Ну что ж, дорогие друзья, вы готовы? Готовы?